Добрый вечер. Как хорошо писателям-фантастам. Все, чтобы они не написали, по большому счету, никогда не устаревает. Потому что очень редко сбывается. Вот Айзи Казимов написал законы робототехники. Они по сию пору актуальны. В ближайшие лет 200 тоже вряд ли устареют. Ну, правда, и былью, явью тоже станут, наверное, не скоро. Автомобильным фантастам в этом отношении чуть сложнее, потому как они регулярно заглядывают в будущее, но это будущее реализуется иногда не так, как они задумали. Мы иногда смотрим на эту реализацию сначала в виде концепт-кара, потом конкретного автомобиля, который на наших улицах. Но вот любопытный вопрос. В какой момент это будущее начинает создаваться? Когда о концепции будущего, о стратегии будущего, об автомобиле будущего автомобильные в том числе инженеры, конструкторы или просто руководители, начинают вот именно задумываться. И какой период, сколько лет между началь, начальным этапом, то есть первой точкой, когда сели и на промокашке нарисовали, как Алекс из Сигонис, например, одну машинку, и когда она поедет в серию, если поедет вообще. Был ведь автомобиль на ядерном топливе, фордовский, 58 -го года, который и обдумывали не сразу после Хиросимы, и были ли он не стал никогда, но как очень интересная точка зрения, все-таки остался. 30 лет тому назад, официально 30 лет тому назад, в фирме Volvo решили сделать машину будущего. Причем настолько далекого будущего, что уже тогда, в 83-м, они подумали, ну, наверное, к 2000 му мы вполне с этим успеем. Это очень любопытный прецедент, когда есть точка отсчета старта работы над будущим. Люди сели, подумали, вот сегодня мы ну, в 83 году делаем машину, которая может быть состоится, может быть не состоится. При том, что в 83 году они начали обдумывать то, что стартовало в виде конкретных работ в 76. -м. То есть в 76 году создавался автомобиль будущего. В 83 год он стал осязаем, а сейчас уже прошло 30 лет. И мы сегодня попробуем поговорить о том, как 30 лет прошло в биографии автомобиля будущего. То есть он уже даже старый на 30 лет и все равно еще остается автомобилем будущего. У нас в гостях Денис Орлов. Человек уникальный, потому что он сочетает в себе несколько вполне союзных профессий, но тем не менее редко столь талантливо пересекающихся в одном человеке. Писатель, историк, журналист, автомобильный инженер. Здравствуй, Денис. Добрый вечер. Причем Денис причастен к написанию книги по биографии Вольва. И вообще большой специалист по истории марок и концептов. И вот эта машина, которая называется «Чрезвычайно красиво», Вольво всегда умели, затевая что-нибудь светлое, разумное и долгоиграющее, что явно попадет в историю, придумывать шикарные названия. Вот здесь просто вот вдумайтесь в эту поэтику. Это называется LCP 2000. Light Component Project. Черт побери. Yes. Да, тем более шведы на чистом английском. Шве шведы очень любят вообще английский язык. Сейчас китайский. Уже потихонечку начали понимать, что означает окрик эй. То есть раньше они понимали, что такое хэндехох на чистом английском. Сейчас они нормально понимают уже китайские междометия. Мир меняется. Мир меняется. А мы будем говорить о прошлом будущего или о будущем, да. о будущем прошлого. Вот, вот об этом и речь, что только гениальный Денис Орлов может так точно сформулировать то, о чем мы сейчас будем говорить, поскольку мы именно говорим о будущем прошлого и о прошлом будущего. 30 лет, сумасшедший эпизод, и самое удивительное, что Денис Орлов один из немногих, кто эту машину видел, трогал пальцем, осизал. Пролетели эти 30 лет как один день, прямо скажу. Так, не будем о твоем возрасте, поскольку мой косвенно становится тоже неприятным подтверждением того, что прошлое в будущем. <связывается> ну, в вот о чем хотелось бы сказать, что на самом деле это же было время э, заката концепт-каров в том понимании, в каком... Э, 83-й год? Ну, 80-е, может быть, еще немножко 90-е. После этого не стало концепт-каров в том смысле, в каком мы сейчас хотим о них поговорить, то есть не стало автомобилей будущего, стали такие маркетинговые трюки, вот. А когда прессерийную машину не до конца сделанную с легкими неряшливыми недоделками говорят: а вот это, кстати, наш концепт. Через полгода бац да, да, она да, уже да. поехала. Вот именно, именно такие аттракционы, что ли, вот, для привлечения будущих покупателей они стали востребованы. Вообще автомобильная отрасль при кажущейся открытости, доступности, насыщенности, вообще информации одна из самых закрытых областей, потому что ну, мы привыкли, что, допустим, люди которые выпускают подводные лодки стараются ничего не рассказывать про подводные лодки это э, нормально ты сейчас про викиликс что ли про закрытость нет, нет, и открытость. нет я про то что вот мы ждем что про автомобиль нам чаще всего будут стараться рассказывать давать максимально подробную информацию а на самом то деле ничего не нам говорят ровно то что мы должны услышать ну знаешь вот стив матин например нарисовал букву х Который он с забора перенес на лицо автомобиля, и нам теперь рассказали, что так с буквой Х во все лицо будут все наши Жигули. И мы, мы уже спасибо. И мы бедные несчастные, мы в это во все верим. А вот э, в 80-е, 90-е, может быть немножко 90-е э, захватил этот период. Это было время все-таки, когда у людей, у автомобильных инженеров в глазах горели искорки, и им хотелось поделиться тем, что они вот тут придумали. И вообще, 1983-1985 год, у всех на слуху было вот это слово 2000, 2 и 3 ноля, потому что... Магическое совершенно. Магичес, магический рубеж, казался абсолютно недостижимым. И все делали. Была машина Audi 2000, концепт, которая потом превратилась, не помню, в одну из самых тогда, может быть, успешных серийных машин. Audi 100, по-моему, машина стала называться, и она стала автомобилем года в 1982 году. Ну, в общем, это долго перечислять. Огромное количество концепт-каров выходило под лозунгом «Автомобиль 2000 года». Но, ты абсолютно правильно сказал. Тогда сиюминутные модели никто не, не показывал и не объявлял их концептами. И концепция была именно долгоиграющая. Она могла реализоваться через десятилетия через 15 лет и она именно определяла направление, в котором будет идти эта фирма. Фирмы либо наоборот, либо они врали и говорили, что смотрите, куда мы пойдем и плыли в другую сторону. Да, но при этом они старались не стеснялись, не боялись показывать экспериментальные разработки. Сейчас, ну, назовите мне сейчас, ну от силы наберется э, на э, пальце одной руки вообще количество именно по-настоящему экспериментальных концепт-каров, все остальное, ну, так, да. Вот. ну только итальянцы иногда еще позволяют себе игры разума в отношении формы, когда они говорят, вот, выглядеть будет так, но только, извините, с ни мотора, ни колес, ни салона. Да, 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 а это именно эксперименты. Здесь серьезные инженерные инвестиции были сделаны вот в этот проект. Но любопытно то, что, возвращаясь уже к разговору непосредственно по теме этого автомобиля, шведы в 70-е годы задумывались и ставили себе задачи, в принципе невостребованные вообще. Они почему-то предугадали, что это и будет основным трендом, основной заботой последующих автомобилистов десятилетий, потому как в середине 70-х всерьез озаботиться в 76-м или, например, в 83-м году всерьез озаботиться экологией это как-то очень странно. А еще низким потреблением топлива. Это не менее странно. А применением альтернативных материалов, композитов, пластмасс, это тоже странно. А шведы, тем не менее, взяли и все это совместили во воедино и друг другу пожелали, а давайте сделаем машину из этих вот трех эклектичных параметров, которые не факт, что где-нибудь в 2000 году будут кому-нибудь интересны. Но шведы решили пойти по этому скользкому пути. Но на самом деле все то, что ты сейчас рассказал некоторое время э, спустя получила название э, «Тойотовских э, принципов», когда э, ставилась некая задача, и в, в, рамку этого, в, 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 рам, в рамки этой задачи вписывалось уже э, сказать, достижение конкретного решения. То есть вот, нам нужно достичь, вот, допустим, чтобы автомобиль весил 700 килограмм, вот LCP весил 700 килограмм, снаряженная масса 700 килограмм. Вот нам нужно этого добиться. А как мы будем это добиваться, это уже другой вопрос. То есть мы ставим конечную цель и добиваемся ее всяческими усилиями. Это вот принцип Toyota, например, они Lexus, когда выводили на рынок, они поставили себе цель побить Mercedes. Ну и вот... Смогли? В значительной степени. То есть Или только пододвинулись? Это был удачный дебют, как говорят в шахматах. Сейчас прервемся на новости, потом опять поговорим о прошлом будущего прошлое в будущем, будущее в прошлом. Концептуальная машина 30-летней давности LCP-2000. В студии Денис Орлов, автомобильный историк, писатель, журналист и, что удивительно, инженер. Но обычно инженеры не пишут, а писатели не инженерят. В Денисе это сочетается. Ну, я, наверное, не совсем инженер все-таки, потому что не проработал, наверное, ни дня ну, в, не, не, в не, не надо извиняться ну, перед социумом. Надо же все-таки как-то вот внести поправку, а то уж больно идеальная картинка, я же заслушал. Ты, да. ты модели, мами, заканчивал? Мами. Автомеханические. автомеханические. Ну, тем более, слушай, практически инженер. Так вот, LCP-2000 та — это самая концептуальная машина Volvo, над которой начали 30, даже уже, на самом деле, больше, чем 30 лет тому назад работать, и которая, на мой взгляд, по сей упору у Volvo не нашла никакого серьезного варианта воплощения, хотя пара нюансов есть и здесь вопрос а как определить стратегически верно это решение или нет вот 700 килограммов массы маленький моторчик с, с крошеч, крошечным потреблением топлива экология и, и, и концептуальные материалы которых по большому счету в промышленности еще нет кстати покажи как она выглядела у нас стоит камера в студии поэтому у Дениса да, Оглова, вот, буклетик, у, у меня есть достаточно любопытный артефакт если так можно выразиться это проспект на несуществующий автомобиль. Ну, все, наверное, знают, что проспектами э, на автомобильном инженерном жаргоне называются рекламные брошюры, помогающие продавать э, автомобиль э, клиентам. Так вот брошюра на автомобиль, который существовал всего в четырех экземплярах, и все экземпляры были исключительно экспериментальные. И даже немножко разные, потому что у них моторы были разные. Моторы общем... были разные, да. То есть все чуть-чуть немножечко у всех экспериментальных автомобилей разница. Вот такой вот интересный этот ящик унылых форм я видел в музее Вольво, причем в те времена, когда еще музеем это не называлось, это был просто ангар с хранением большого количества единиц техники. Сейчас это уже музей, я недавно там был. Но что самое интересное, я, наверное. Один из э, немногих, а может быть и многих, в общем, на выставке тогда ходили толпами, но любые, э, кто видел эту машину в Москве, э, ее привозили на какую-то вот, что-то там такое, Минсредмаш, Пром, Экспо, э, тех, не, помню, в как, не помню в каком бородатом году. Ну, 80-е. То есть это было еще при Советском Союзе. Это при было Советской еще Власти. при Советском Союзе, я точно помню. Это было еще, да, когда еще был Советский Союз. И тогда на машину мало кто обратил внимание, потому что она меньше всего напоминает автомобиль. В ней практичности было настолько мало, что люди, прошедши, пришедшие и посмотревшие, отнесли ее скорее к вот этому Минпром-что-то, блин, куда-то там за поставка, То есть изделию очень странного назначения, но не то, что мы себе рисовали, «Вольво». Автомобиль, ведь по улицам ездил совершенно другое. Но при этом вот этот вот маленький снимочек, который у меня чудом сохранился. Мне. У Дениса Орлова чудом сохранилась целая история. Да, вот я делал при помощи зенита, такого очень тяжелого, большого советского фотоаппарата, вот этот снимок мне долго пришлось ждать и расталкивать людей локтями, чтобы хоть что-то влезло в кадр. Потому что, ну, ну тем да. не менее. То есть людей было много. Машину привезли, машину показали. При этом мало кто понял, Какую концепцию она в себе содержит? У нас тогда просто никто этого не мог оценить. Ничем у нас, было. У нас автомобильные инженеры, проектировавшие машины Волжского автомобильного завода, в массе своей не имели водительских удостоверений, не не умели водить автомобиль. А День картошки время. у них ну, вот, на Автовазе. Ну, вот. Колхозный день, когда все КБ спокойно уезжало к себе на огород, потому что посадить картошку было важнее, чем создать машину. Самое интересное, наверное, все-таки это повод по которому этот автомобиль появился в Советском Союзе, в нашей стране. Дело в том, что машину эту, как это сейчас не парадоксально прозвучит, машину эту Volvo не делала. Машину проектировала британское конструкторское бюро International Automotive Design. Была такая очень интересная фирма. IAD, если уж так вот. В этот момент... IAD, IAD, мы ее все ядом называли. В московском представительстве Волива в этот момент сейчас срочно бегают, наверное, и выдергивают радиоприемники с розеток. Возможно, я допускаю, да, такую вероятность. Очень интересная фирма, и она имела виды на Советский Союз. У них были, в общем-то, вполне интересные планы в Советском Союзе я я очень хорошо помню эту историю по одной простой причине, что я тогда учился в автомеханическом институте и у нас в автомеханическом институте был клуб художественного конструирования, ну официально он назывался кружок художественного конструирования, потому что слово клуб в то время было все-таки, ну не совсем парторганизация комсомол нельзя клуб нельзя, ну вот у нас была такая штука назывался она КХК и а, был и ныне здравствует замечательный наш преподаватель Лев Николаевич Гуменщиков, который, собственно, все вот это дело замутил. Лев Николаевич великий человек. И он замутил-то это все еще за два, за три поколения студентов до нас. Поэтому те, кто через этот клуб успели пройти, они уже доросли до определенных высот в нашей автомобильной промышленности тогда. И один из замечательных выпускников, назовем так, выпускников клуба КХК и таких вот птенцов Льва Николаевича, он оказался напрямую связан с вот этой фирмой EID. И он приезжал уже к нам вполне успешным, состоявшимся деловым человеком, привозил вот такие стопки проспектов, откуда, собственно говоря. Денис только что показал стопку, состоящую, наверное, из Большой Советской энциклопедии, тому в 8. Он привозил в буквальном смысле стопку проспектов. Возьмите, смотрите, вот Сейчас фирма работает над этим, а вот над этим еще над этим. Это, конечно, производило сильнейшее впечатление. Культурный шок. Александр Яковлевич якобсон Купсон Вот он владение английским языком в совершенстве, ну еще, по-моему, французским и немецким, оно открывало вообще, так сказать, горизонты. И человек сразу стал работать совместно вот на автоимпорт, на, на, на нами, на вот это International Automotive Design. И вот то, очень много мы узнали, собственно, об этой фирме, потому что фирма по тем временам действительно, она и сейчас, в общем-то, если бы она существовала сейчас, она бы сейчас бы тоже была бы вполне э, конкурентной, но английская промышленность умерла, и умерла в том числе вот эта маленькая инжиниринговая фирма. Она была совсем маленькая. Там изначально все, э, э, скажем так, дело производства, назовем в кавычках, дело производства, все было переведено на цифру. То есть цифровые э, замки, то есть вход по карточке, сквозное э, цифровое проектирование, тот Айпад от... они первыми изобрели? Возможно, у них что-то похожее было, но не называлось так. То есть вот. Это был, это был космос, это был цифровой космос в те времена, тем более это вот 80-е годы. То есть компьютера тогда еще как такового не было, а в ID цифра уже Компьютеры были они, были, они были такими очень большими, комнаты такие были, в которые не пускали женщин в юбках, потому что вот чулки, когда они трутся в юбке, они создают разряды, и из-за этого глючит вся эта электроника. И этот ноутбук размером с четырехэтажный дом мог нечаянно умереть. Вот. Эта фирма была максимально насыщена суперкомпьютерами. То есть тогда уже существовала, по-моему, французская программа «Катя». Опять-таки среди инженеров в просторечии «Катей» мы ее все звали и зовем до сих пор. И они, вот эта фирма, она спроектировала на самом деле очень много автомобилей, известных автомобилей. Была такая Mazda MX-5, Miata, это вот их работа. Был Lincoln Continental, это тоже их работа. То есть... Они брали заказ у замечательной автомобильной фирмы какой-нибудь и воплощали этот заказ в жизнь. То есть от фирмы требовалось определить концепцию. То есть вот от компании «Вольво» требовалось сказать, ребята, вот нам нужен автомобиль, который должен весить 700 килограмм, перевозить четырех человек, иметь возможность поставить туда разные силовые установки, потому что мы хотим их испытать. Сделайте нам такой автомобиль. И, вот, и, и британцы делали. И абсолютно логично, почему они подобным образом поступили, шведы, потому что они прекрасно понимали, что все их инженерное подразделение, оно так или иначе не создаст концепцию в отрыве от реальности производства, а им нужно было именно оторваться в космос. И ты же помнишь, когда американцы, например, создавали в конце 60-х, начале 70-х полностью безопасный автомобиль, они эту работу поручили авиационным инженерам, сказав, что у них нет стереотипов. Вот эти ребята наизобретают такое, что автомобильные не сделают, потому что автомобильные понимают, что туда нельзя. А авиационные инженеры не понимают, куда нельзя. И, конечно, Вольва, при, при всем при том, что в те времена она была чрезвычайно сильной фирмой, и она тогда еще не торговала штанами на всех углах, и рынок не присматривалась, а не наоборот, она, тем не менее, прекрасно понимала, что определить будущее лучше всего руками тех, кто в это будущее ну, хотя бы минимально погружен. И полностью оцифрованная британская фирма как раз была одной из немногих на планете Земля, кто задумывался не даже на пять лет вперед, а лет на 15-20 вперед. Там был такой руководитель, вся фирма 350 человек. Ну, может быть, там в лучшие годы там их было 500. Руководил он всей э, такой вот с характерной очень внешностью человек. У него была внешность монаха тука из фильмов с песнями Высоцкого вот, про рыцаря Айвенга, еще что-то такое. То есть вот такое вот сытое, раскормленное э, концептуальное лицо, лицо лицо, обрамленное рыжей бородой. То есть это был такой вот типичный такой вот там шотландец такой вот. Ему вот не хватало только монашеской рясы и копья или дубинки. То есть вот такой был человек. При этом вот уровень разработок, они же для Вольво... прости, пожалуйста, после того, как фирма закрылась, он ушел в Огурт с преподавателем, по-моему. Вот, да, вот я его там встречал даже, по-моему. Ну, самое место ему. Вот. Ведь эта же фирма, она выполнила до этого два три три серийных заказа для Volvo. Автомобили марки 440 и 480 были тогда такие малолитражки. На базе Renault 19. Вот, не уверен, не уверен, но вот в то время для Volvo это был прорыв, потому что это был первый переднеприводный автомобиль. Вот эти машины проектировала, доводила до состояния прототипов фирма «ИАТ». Там сложное отношение, потому что я ни в коем случае не умоляю заслуг инженеров Вольво, потому что мы тут должны вспомнить человека, которого зовут э -э, Рольф Мелде. Его имя как раз лежит в основе этого концепта. Да, да, это замечательный человек. Почему Вольво о нем так любит вспоминать? Потому что это была э -э, политическая такая византийская победа компании Вольво. Это человек, которого переманили Сааба. Две... Тихая шведская сборка. Дело в том, что... На этом кладбище, кстати, шикарно смотрятся подобные эпитафии. Вот здесь лежит «Сааб», вот здесь лежит Вольва. Да, кстати, вот отсюда туда были даже какие-то все время маневры. Так существовало две конкурирующие шведские фирмы, два титана автомобильной индустрии Швеции. Это «Сааб» и Вольва. Первая никогда не делала машин с приводом на задние колеса, а вторая второй никак не получалось сделать автомобиль с приводом на передний. Ну, и, и не получалось сделать маленькую машину. Шикарные утюги они могли, но 300-я серия, например, чудовищная, с вариатором от э, DAF, -а, ну, это же полная катастрофа. Ну вот они купили DAF и вместе, так сказать, вот пытались тянуть этот свой такой вот э, датский, голландский такой вот след. Э, а собственная машина переднеприводная, какой должен был быть вообще в понимании 80-х годов современный малолитражный автомобиль, то есть легкий, переднеприводный, у них не было, и они не могли ничего сделать, но они придумали хитрый ход, они сманили Ральфа Мелда, а после этого вот все началось. О том, что именно началось, после новостей. У нас в гостях, напоминаю, Денис Орлов, автомобильный, все-таки настаиваю, инженер. Добрый вечер еще раз. Историк. Кто к нам присоединился. Журналист. Писатели, мы говорим. Это такие поминки по машине LCP-2000, волевскому концепту. Такое, Прошлое в будущее, будущее в прошлом. Вот Давай сейчас... еще меня назовем фантастиком тогда уже. А, писателем фантастом Фаст... или фантастиком? Фантастом или фантастиком. Ты-то ты, ты уточни, назвать-то можно. Футурологом. Футуролог, да, 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 Денис Орлов футуролог. Вот, сейчас мы поговорим о том, как это было шикарно в прошлые времена. И мы вышли на историческую параллель, на фирму EID, британскую, которая и делала этот концепт. То есть она получила на уровне технического задания от Вольвы пожелания. Давайте оторвемся от реалий. Давайте не будем обращать внимание на производственные возможности. Давайте не будем обращать внимание на технологии. И загляните, пожалуйста, британским разумом в светлое будущее в полном отрыве от реального производства. И хотя фирма ID была знакома с реальностью производства, они смогли оторваться и уйти настолько всерьез в светлое завтра, что концепция оказалась, на мой субъективный взгляд, не по зубам фирме Volvo. Но об этом чуть позже. А сейчас как раз вот по поводу вклада и ID, в том числе и в отечественную промышленность. — вот, Советскую, о чем тоже мало кто знает. — Да, об этом действительно мало кто знает, как я буквально некоторое время назад сумел убедиться. Фирма ID достаточно долго обхаживала наш советский автопром, Министерство автомобильной промышленности, пока, наконец, не заключила с... Я не помню, правда, может быть, через автопром импорт или как это называлось. — Через КГБ. — Вот, заклю... договорился со своими коллегами. Заключ... — Заключило соглашение о том, что э, фирма э, ID будет э, разрабатывать, э, проектировать для нас э, полуторатонный автомобиль. Вот то, что мы сейчас видим, «Газель», вот «Газель» — такой вот некий, такой мифический уже даже автомобиль, эпический автомобиль в нашей истории. Э, когда этот проект рождался, было несколько вариантов. Вот. В том числе был вариант построить завод в Азербайджане. Да, я помню. В Баку должны были сделать машину. Вот все пытались под этот проект, естественно, как-то попасть, подсо подсоединиться к нему. И в том числе Брянский завод. Вот в Брянск, военный. В Брянске у нас, да, у нас был тогда, вообще секретный завод был. Сейчас он такой уже коммерчески открытый, можно залезть на сайт. Плохо завода. то, что нафиг никому не нужны. Нет, почему? Очень хорошо, они работают. Замечательно. Как-то вторая машина как раз по улицам Брянска ездит из этого завода. Они, очень, они получили бы огромный военный заказ, у них все хорошо. Они просто вот... Ну да, они, да. Они просто цветут на самом деле. Предмет, предмет э, сильнейшей зависти Минского завода, потому что они у Минска отбивают теперь хлеб. Э, Минский завод, традиционно по поставлявший нам тяжелые шасси в армию, вот они теперь, так сказать, немножечко. Ну, ладно, это мы как бы совсем далеко ушли. Фраза, которую ты бросил, она может быть многими воспринята, как газель, разработанная англичанами. Так вот, э, англичане разработали автомобиль э, в в том же самом сегменте то есть вот у, была некая номенклатура э, было был тех задания э, да сказать, нет вот именно у нас был некий типаж такой что должен был быть автомобиль э, там грузоподъемностью 1 тонна там, полуторка грузоподъемность полторы тонны. это было тогда э, новое вообще веяние в нашей стране с этой идеей носился министр автомобильной промышленности. Это его было любимое детище. И вот э, британской фирме дали задание спроектировать такой автомобиль. Такой грузовичок. То есть это вот такой вот коммерческий э, автомобиль, который каждый может увидеть там, недалеко от дома. Такой, не тяжелый грузовик, нет, вот маленькая полуторатонная машинка. С одним единственным условием. Э, проектироваться этот э, автомобиль должен был... Э, без каких-либо компьютерных технологий и компьютерных методов, потому что выпускать его должны были бить. Компьютер, компьютеры имеют смысл только тогда, когда и автомобиль потом на соответствующем уровне собирается. Если же автомобиль будут собирать вот, на брянском заводе, то компьютеры не нужны. И британские инженеры из фирмы ID виртуозно справились вспомнив, так сказать, тряхнув, логарифмическую линейку. тряхнув стариной, да, достав, расчехлив логарифмические линейки, там, грузики с решинами, там, со всевозможными лекалами, они спроектировали такую машину, и она даже выпускалась. Я сейчас не назову индекса вот этого четырехзначного, там, стройки начинающегося, но э, что-то около Порядка нескольких сотен автомобилей было выпущено брянским заводом. У брянцев, у брянцев была же машина, она была, правда, в виде фургона, а не в виде... Фургончик, вот он. Она, она была как раз... Она до сих пор иногда встречается еще на улицах, очень редко, но она существует. Это был именно цельнометаллический фургон, не грузовик. Он был даже очень интересен по подвеске такая бескапотная компоновка да, довольно крупный это, получился это он самый он самый есть он с несущим кузовом в отличие от газели которая рамная как известно эта машина была с несущим кузовом вот была такая концепция но там дальше уже долгая история почему машина не получила развития но в результате и айдишники справились и сделали для нас автомобиль а также они справились и сделали для вольвовцев более чудную машину кусочек будущего такой маленький да осязаемый аппарат даже не делориан совсем совсем в отрыве то есть делориан там летал туда-сюда обратно будучи вполне земным а этот был достаточно космическим. мы говорим о делориане из э, американского э, фильма назад в будущее раз назад в будущее два и так далее в общем да, Зимекисов. Хороший фильм, хорошая машина. Там машина будущего была сделана по земным лекалам. Пару технологий, конечно, ее сильно отличали. Там временной континуум был немножечко иной. А здесь и айдишники сделали для шведов удивительный агрегат, который в принципе не имел аналогов. На него хоть временной континуум повесить, хоть вертикальный взлет. Все равно аналогов у него нет. Притом у него же было два очень интересных дизеля. У него были один из дизельных моторов, который, не, например, не имел на головке блока рубашки охлаждения. Охлаждался да, при да. масла. Причем это был чугунный да. дизель. То есть, что дает чугун? Он дает жесткость то, то чего не дает алюминий. Вот. Но с другой стороны, чугун это массы. И вот э, здесь приходится постоянно искать комп компромиссы, потому что э, дизель, он изначально должен иметь более жесткий блок, он работает при большем, так сказать, ударной нагрузке. И в конце 70-х, когда шведы только-только писали это тех задание, это тоже было очень нетривиальной технологией сделать, во-первых, маленький, во-вторых, дизель и в-третьих, для легковой машины. Тогда еще не началась в Европе дизелизация? Ну, уже 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 зарождалась. Это же был период, когда был сумасшедший вообще в Европе началась сумасшедшая паника из-за э, галопирования цен на бензин в Германии, в Германии, вот я помню просто эти цены, в Германии в, где-то в девятом году топливо стоило одну дочь марку литр. Вот это, для немца. Это нормально. Это еще нормально. А, дело в том, что оно на треть поднялось вот к тому времени, когда вышел вот этот автомобиль Volvo LCP, появился, уже на треть дороже. То есть это марка 36, марка 35. То есть это же это что-то невероятное немцы любили, любят считать, и тут вот получается дыра в бюджете в семейном. Поэтому тогда все-таки уже начали задумываться о том, но тогда дизель был все-таки тракторный двигатель по большей части, и вот это был такой вот совсем экономный вариант, совсем бюджетный вариант, а тут Дизели еще многотопливный, то есть можно было э, заправить его маслом э, от гриля, или как это называется, кар картофель фри, вот, вот это вот. Ну, отработанным вот этот чан, маслом, да, да, обычным подсолнечным маслом, рапсовым маслом, любое масло, какое только есть. И, кстати, эту идею вот бедные э, ливанцы использовали, когда у них началась блокада, или там сектор газа, когда Израиль его блокировал со всех сторон, они в обычные современные дизеля заливали в том числе масло, отработанное после гриля. Мотор жил недолго, несчастливо, но возил. А идею вот этой многотопливной, в том числе предкризисной эксплуатации автомобиля шведы предусмотрели на излете 70-х. Дело в том, что к Рапсу мы сегодня вернулись. То есть здесь в какой-то степени они попали в цель. Сегодняшний немецкий крестьянин перестал фермерствовать он перестал выращивать, собственно, то, что... Вот как, как все в мире в нашем изменилось, вот это признаки постиндустриализма, когда нам показывают концепт, а на самом деле это не концепт. И вот германский фермер, который вместо того, чтобы выращивать там, еду. еду, он выращивает рапс, потому что это выгодно. Потому что сегодня этот рапс навязывает, его уже добавляют. Ведь в Швеции уже вот с тех времен, еще с 80-х годов, 10% в топливо добавляется искусственного спирта. То есть вот в бензин, в бензин добавляется 10% этанола. Это нормально. Это вот, это любо, в любо, на любой шведской колонке мы заправляемся таким топливом. Сейчас уже речь идет о том топливе, в котором будет до 30% этанола. И этот этанол отнюдь это не из нефти. Вот, да, вот такие вот происходят вещи. То есть в тот момент э, шведы с этим замечательным автомобилем, который, проезжая мимо, после него э, так пахло вот жареной картошкой с рыбой, вот чем-то такими вот какими-то запахами пахло, шведы уже тогда угадали. То есть вот, ну, ошиблись немножко. На 13 лет, если так посчитать, автомобиль 2000 -го года, 2013-го. И тем не менее, они стратегически все-таки абсолютно верно угадали тренд. Они прекрасно поняли, что в Европе места будет еще меньше, что машина должна быть уже маленькая, но при этом все-таки содержать 4 посадочных места, что основная силовая установка у нее это дизель и в том числе многотопливный. И ведь они еще потребовали от и айдишников применения нетрадиционных материалов. Другое дело, что нетрадиционным сейчас у нас все-таки остается сексуальная ориентация в парламенте, а у них тогда уже был замах на то, чтобы применить пластмассу. Углепластик. Углепластик. Самую дорогую пластмассу на сегодняшний момент до сих пор. Ну, а в те времена вообще заоблачно. Возможно, что их немножко тяготил трабант. Гдеевский, который был сделан из соломы обклеенной марлей, им тоже хотелось иметь такой кузов. Но из, они все-таки пошли по системе из очесов э из хлопковых очесов, если быть точнее. Вот наши э узбек, кто у нас вот из Туркмены? бывших республик Туркмена, да, вот из очесов туркменского хлопка, которые ни на что не годились, сделали трабанты. При том, что хлопок в ГДР не рос никогда, у нас как раз с этим было. Правда, потом у нас Тельман Гдлян высказался по поводу некоторых нюансов выращивания хлопка. Ну вот э здесь, здесь речь шла о э пластике, который, в общем, даже в космической индустрии не так часто применяется, как Ну, ракеты из зачесов пока тоже не летают. Ну, вот а, ракеты, ракеты, насколько мне известно, очень много идет просто стеклопластик. Ну, он конечно, хороший стеклопластик, но не углепластик. Углеволокно это все-таки дорогое удовольствие. И вот взяли, сделали двери, у автомобиля были из углепластика. Так вот. Сегодня, да, сегодня углепластик, пожалуйста, вот у нас в ближайшие, в следующем месяце будут под Москвой гонки, кузовные гонки, чемпионат международный в вот, пожалуйста, все машины с углепластиковыми кузовами. Ну, это спорт, Феррари F40, например, была первой серийной машиной, у которой кузов да, был да, полностью да. из углепластика, ну так назло Трабанту, опять-таки, что, что роднит Феррари и Трабант, но в 70-е годы шведы предугадали невероятную востребованность подобных материалов. И ведь шведы на основе этих идей потом разработали в целом свою, э, свое, свое видение экологического, экологической ответственности автопроизводителя. И ведь именно задумываясь над этими нетрадиционными материалами, шведы пришли к идее утилизации автопроизводителям. Они же были одни из первых, кто предложил, а давайте машины, которые мы сделали, а, в Советском Союзе все с ужасом вздохнули, потом будем под пресс разбирать до винтика и утилизировать, а все остальное переплавлять. Нам такая идея казалась просто дикой. А шведы уже тогда видели, что будет перепроизводство автомобилей и будет необходимо утилизировать. Это очень маленький мир Скандинавия. И Почему там это... так все видно-то хорошо? Почему вот. все тенденции человечества там видны? Но это после новостей. Это после новостей. А также с Денисом Орловым, историком, журналистом, писателем и инженером, мы сегодня празднуем 30-летие Волевского концепта LCP 2000. Машины, придуманы очень давно для того, чтобы поразить всех нас уже в 21 веке. Получилось поразить? Машину забыли. Но машина-то гениальная. Машина гениальная. Вот очень часто бывает, что гениев не замечают в нашей жизни. Вот гениальный автомобиль. И единственное, пожалуй, что из него из всего пригодилось, это передний привод. То есть, вот, собственно, то, над чем Volvo и так работала. То есть, ради этого не стоило вот копии ломать. Но, тем более, что передний привод они готовые получили от реношников. Не знаю, не уверен потому что Рольф Мелда, собственно, он является, как официально считается отцом переднего привода автомобиля Volvo. Возможно, там был обмен, конечно. Ну, шарнир в любом случае. Шарниры делала не Рено, шарниры там делал кто-то еще. Ну, знаешь, для того, чтобы что-то родилось, нужен не только отец. Видимо, Рено была матерью. А уж Рольф Мелде, ну да, он... Ну, это не традиционные сексуальные отношения такие. Сегодня это, это в парламент, это в парламент сегодня. Ну, Рено в данном случае выполнил женскую функцию, совершенно репродуктивно, подойдя к результатам таланта этого инженера. Но уникальный автомобиль. Дело в том, что вот он стоит в музее закрытый, и, ну, пустители идут мимо, да, вот это. Смотреть там не на что, потому что дизайн у него очень практичный. Да, это вот что-то такое вырезанное, я не знаю, там, вот лобзиком. лобзиком там выточенное, при, при том, что коэффициент аэродинамического сопротивления был очень неплохой. Ну, как да. у кирпича, который уронили 0, с 15 этажа. 0,3, нет, как у девятки, у восьмерки. То есть, Догнать, на, на, на уровне, на, на уровне. Не всегда хорошо, когда слишком... Высокий коэффициент аэродинамического слишком низкий коэффициент аэродинамического сопротивления не всегда хорошо. Так вот, все проходят мимо и не замечают, например, что там была очень интересная схема посадки. Там люди сидели спина к спине, то есть два пассажира спереди, ну, то есть водители пассажиров сидели, естественно, лицом по направлению Походу. движения, а э, двое пассажиров других сидели спиной. То есть такая вот схема, которая была еще известна на заре авто автомобилизма и получила французское, поскольку заря автомобилизма она была такая совсем французская, вот она до такой вот, простите меня, меня за мой французский, вот она получила такой термин спина. Мы все знаем визави. Визави все знают. Да, лицо к лицу. Вот мы с тобой сейчас сидим визави, а вот до это вот наоборот. Зато как это по-русски звучит? До ну, не буду, Вуаля. не буду русифицировать еще больше. Причем очень интересно, вот эти вот задние пассажирские сиденья, они трансформировались. То есть, если нужно больше багажника, то, пожалуйста, больше багажника. То есть, там, менялась. Вот, собственно говоря, так это примерно выглядело. Ну, и вход, кстати, был через заднюю дверь. Машина была трехдверная. Машина была трехдверная, и задняя дверь, она, ну, это была именно та самая задняя дверь Которая в понимании дверь... хэтчбэк, да, то есть она от, открывалась, и можно было, поднималась вверх, и можно было зайти. Крайне неудобно, я просто по опыту другого автомобиля знаю, что крайне неудобный способ посадки через через вперед. Всегда лучше сбоку зайти. Это вот тактически и стратегически всегда чем в лоб то лучше всегда я помню как мы в армии в грузовик туда-сюда обратно очень неудобно через борт вот так что вот но это вот вот из таких вот элементов вся вся машина соткана при том что вот она стоит серенькой мышкой но это полноценный концепт там нужно заглядывать в сущность это не машина ради облика сейчас концепт ради того чтобы все сказали ах красиво или некрасиво а тогда нужно было докапываться до сути и у Вольвы, кстати, таких машин довольно много. У них половина музея. Смотришь, вроде как, ну, неплохо. А глянул куда надо, и вот там уже изумился. И как раз вот этот lcp 2000 это машина, где изумление от носа до хвоста. Все, да, там, сколько? Да. Он, он меньше 4 метров, он 3 с, с чем-то в длину. Ну, мы можем даже посмотреть здесь. Да, Привед, то есть машина... Приведены какие-то характеристики. Вот, пожалуйста, разгон до 100 км в час 12 секунд. При том, что это 89 лошадиных сил и дизель. Да, — вот. Тогда еще совершенно тихоходный дизель. Притом дизеля-то у них, у них же был 1,50 лошадей, а другой был 90 лошадей. — Ну да, где-то вот 89-90. Вот да. — 1.3 у них был 50, да, и тот, который 1.4, 90 лошадей, вот тот самый чугунный, от трактора «Беларусь», многотопливник, как все танки. Тем не менее, давал очень неплохую динамику, и что интересно, ведь у них была и механическая коробка, и автомат. Вариаторы, они, 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 делали, они э, играли в эту машинку как конструктор. А вот давайте попробуем вот этот двигатель вот с этим типом э, там, с пятиступенчатой механической коробкой. Уж передали. отвязались, так отвязались. Да, да. Да. Уж, уж поработали, так поработали. Но это, это какого, какого требует э, инженерного предвидения, допустим, проектирования моторного отсека? Далеко не, не, не во всякий моторный отсек ты сможешь всунуть вот этот двигатель, еще этот двигатель, еще тот двигатель. А тем более есть... все эти типы трансмиссии адаптировать под передний привод, что по тем временам тоже было нетривиально. Особенно вариатор. Вариатор существовал, но для Volvo вариатор был тот самый на веревочках, отдав и от доставшийся под э, классическую компоновку, под задний привод. А здесь нужно было все это уместить в передний привод да, да. при незначительной ширине автомобиля гениальная работа. И вот здесь как раз а, и удивительно то, что в целом все эти технологии будущего, они Вольво не состоялись, они не были востребованы в полном объеме. Но заход на эту тему, он обозначил и талант людей, и прозорливость стратегов, определивших это направление, и то, с каким наслаждением и отдачей люди получили этот результат. Потому что все-таки машина-то ездила, и если бы был какой-то рыночный спрос, или искусственно организованный, или экономически обоснованный, машина могла состояться и поехать. Она была к этому готова. Но она все-таки, если положа руку на сердце, она все-таки была достаточно далека от серийного воплощения. Это очень завод интересный... был, новый для этого нужно построить. Как минимум, завод, конструкторское бюро, потому что все-таки одно дело конструировать, спроектировать экспериментальную машину, а другое дело учесть технологии массового производства. Тут это разные все-таки вещи. Ну, у, у Volvo технологии массового производства сильно отличаются от массового производства уже Volkswagen. Ну и тем не менее. Те и, и тем не менее там 200, да. 200 тысяч, 300 тысяч машин они делали и считали это за счастье. У, у них потом были замечательные серийные переднеприводные машины. Вспомню 850 Volvo. Сказка до сих пор. Вот вспоминаю об этом автомобиле с теплотой. Удивительная машина и внешностью она была удивительная и ехала она очень неплохо. Особенно на хороших моторах как раз вот заслуга и айдишников, то что они ее довели до ума, по большому счету сделали. Тем более, что тележка-то у нее была банальная, потому что 440-я серия, она ничего выдающегося в себе не содержала. Ну вот. Да, то есть взяли хороший материал, отдали талантливым людям, получили гениальный результат. Хотя эту машину мало кто знает. Но, на самом деле здесь вот как бы... Подводя некий итог все-таки в э, инженерном состязании, кто же все-таки был автором этого автомобиля, мы скажем, что, в общем-то, наверное, на равных, так сказать, долях участвовал и инженерный состав Volvo, и, э, и ID, то есть вот и те, и другие руку приложили. А здесь ни в коем случае, конечно, нельзя говорить о том, что вольвовцы ничего не сделали выступили только заказчиками. Нет, вольвовцы как раз здесь работали наравне, но англичане просто подвязни оказались. У них была возможность на своем необитаемом острове не обращать внимания на шведские нюансы. Уж делали, так делали. А сегодня мы смотрим на это и понимаем, а нужно ли было все это делать? Оказалось, в общем, что победила другая концепция, когда делают вот эти вот красивые автомобили, фантики, такие вот эти вот елочные игрушки, пустышки изнутри, и они, оказывается, работают. То есть Volvo действительно с немалым количеством интереснейших экспериментальных автомобилей, где Вольва оказалась? Оказалась в предбанкротном состоянии. И, ну, там, да, ее спасли, но... А «СААП» не спасли, хотя тоже экспериментировали и немало. Убили его просто-напросто. Но вот эти фантики, они, тем не менее, содержат технологии тоже космические с позиции 70-х годов. Потому что любой из этих фантиков с системой курсовой устойчивости, электронным мошенником, с Евро-5 по выхлопу, будь здоров, какое достижение. Другое дело, что клиент за это время настолько поглупел, и потребитель товара настолько не в курсе, из чего состоит сам товар, ему это не интересно. А он уже ничего и не поймет. Уже и не поймет, что в принципе автопроизводитель, как и производитель большинства других изделий вокруг человека, понял, что усложнять-то не надо, нужно просто красиво обернуть, и дать человеку возможность потыкать пальцем, ощутив свою сопричастность. Айфон построен по этому принципу. Ты в айфоне, Заложник того, что в эту коробку положили. Но количество счастливых людей от этого стало только больше. Вот этого не смогли предугадать Вольваться 30 лет назад, что мир изменится в этом направлении. То есть, вот если оценивать сегодняшних дней сегодняшнего уровня LCP 2000. То они промахнулись в этом. Они, они, не, они сделали все. Они сделали там фантастический интересный двигатель э, с запахом э, жареной картошки. Там углепластиком все обвесили, все, что можно. Они не угадали главного, что наступит просто новая эпоха, когда вот это все. Почему сегодня дизайнеры э, являются там вот единственными э, персонами, единственными спикерами в автомобильных компаниях? Ну, за исключением, конечно, руководителей. Потому что дизайн это, ну, единственное, пожалуй, что осталось в автомобиле, что еще доступно для всеобщего понимания. Потому что я, например, убей бог, я не знаю, как работает э, электронное управление двигателем. Ну вот в общих чертах, конечно, представляю, но как это все устроено, почему это работает, я не знаю. Ты хочешь мне сказать, что ты понимаешь, как работает телефон товарища Белла? Не, ну, телефон товарища Белла, в принципе... 1870 какого-то года. Ну, я, например, не очень понимаю, как там, работает там телефон. Еще, там, там еще можно понять. Я, я даже когда-то помнил, как это все работает на самом деле. Но здесь, то есть это совсем другое. Вот что такое 25 миллионов операций в секунду? Я не знаю, что это такое. Это скорость, с которой мы точно не успеем. Ну, ну вот процессор BMW э, M3, допустим, да, вот у, у, процессор управления двигателем, то есть, ну не процесс блок управления двигателем, электронный блок управления двигателем, 25 миллионов операций в секунду. Я не могу этого понять. То есть, я могу только оперировать этой цифрой и, ну, сказать, да, ребята, молодцы, оттянулись по полной, но не более того. Поэтому, да, вот сегодня мы имеем тот мир, который мы имеем. Но Volvo LCP 2000, он, конечно, не столь шустер, но тот мир, который мы имеем, в том числе построен как послесловие к идеям, заложенным и предугаданным инженерами Volvo. Другое дело, что да, не все сумчатые кенгуру кому-то интересны. Они, как у, удивительная особенность ограниченного мира, Интересный. А так, увы, нет. Денис Орлов, мы вспоминали будущее, давно прошедшее LCP-2000 от Volvo. Спасибо.